Добрый день, добрый вечер, доброй ночи. У кого какое время и у кого какая страна. С вами снова я, ваша Вивьена. Здравствуйте, дорогие мои подписчики, здравствуйте, дорогие мои гости канала. И здравствуйте те, кто первый раз зашел на канал. Канал у нас гармоничный, добрый, с общими онлайн-раскладами, ритуалами, медитациями, ритуалами онлайн, которые вы можете посмотреть в любое время, независимо, когда снято видео. Мой голос обладает гипнотическим воздействием. И вы это знаете. Подписывайтесь на этот канал «Ведунья Вивьена. Эзотерика и жизнь». Подписывайтесь на основной канал «Ведунья Вивьена». А также у меня сейчас выходит видео в Яндекс.Эфире. Вы в своем компьютере, андроиде, телефоне набираете Яндекс.Эфир и набираете, вот как здесь канал называется, Вивьена, эзотерика и жизнь, большими буквами. И у вас выйдет мой канал с моими видео. Там будут видео и новые, и те, которые и здесь снимались. Просто, пожалуйста, я вас очень прошу, поддержите там канал на Яндекс.Эфир. Яндекс.Эфир, вот так называется, Яндекс.Эфир. Там много разных видео. Пожалуйста, поддержите меня и там. Сегодня у нас будет такой расклад, очень простой, но достаточно сложный. Любит ли он меня сейчас, вот именно сейчас? Возможно, вы вместе, возможно, вы в ссоре, возможно, вы расстались. Но то, что мы показываем друг другу, это не значит, что-то есть на самом деле. Мы очень много мыслей, чувств просто носим там внутри. После моих раскладов, потому что они действуют гипнотически, это гипнотическое видео, гипнотическая эзотерика, гипнотический расклад Таро. Кто у меня давно на канале, знает, как я воздействую на вашу жизнь. И у многих, кто идет к свету, жизнь действительно меняется к лучшему. Ваши отношения восстанавливаются, гармонизируются, ваша жизнь становится яркой и светлой. Рекомендую просматривать мои видео по несколько раз. Они дают вот этот гипнотический эффект. Проблемы, депрессии, тоска и печаль даже во время видео отойдут. Если у вас закрываются глаза во время видео, вы засыпаете, это очень хорошо. Это значит, какие-то негативы, сглазы, зависти, обиды, они с вас отходят. Моя мощная энергетика, вот энергетика моих видео, гипнотического расклада, сеанса, поможет вам быстрее наладить связь с вашими любимыми, с окружающими. Ускорить ход положительных событий. Я меняю вот этот ход на положительное. Те люди, которые светлые, они действительно это чувствуют, и они поднимаются вверх. Все мои расклады, сеансы, медитации, ритуалы онлайн – это гипнотическая магия. Мой голос дает вам установки на усовершенствование вашей личности и вашей жизни. Через мой голос и видео вы вместе со мной научитесь управлять своей жизнью. Вместе со мной вы познаете умение гипнотической магии, умение работать с людьми. Я уже, Вивьена, практикую 22 года, даже более. И моя сила и воля – это будет помогать вам. Моя сила мастера – это применить свой опыт, чтобы повлиять благотворно на ваши жизни, влиять на события, направлять поток положительных событий в вашу сторону, воздействие гипнотической эзотерикой на очень большое количество людей. Это мне дает возможность самой развиваться, а также развиваться вам вместе со мной, накапливать свою энергию, а вам от меня получать мощную силу. После подписки на канал, и это не шутки, после подписки на канал, после того, как вы ставите лайк, я и вы устанавливаем незримую связь. И вы гипнотическую, эзотерическую. И если вам трудно, вы можете просто прокричать «Вивьена!» И я вас услышу. И я со своими силами буду незримо вам помогать. Все мои действия будут оказывать на вас благотворное влияние. Очень благодарю всех. Огромное спасибо тем, кто поддерживает канал и
посылает донаты. За личными раскладами или другой помощью магической чистки, открытия дорог и другие, пожалуйста, мои контакты перед вашими глазами, а также под видео в описании и в закрепленном комментарии. Я вас действительно очень люблю, уважаю. Мои любимые зрители. А сейчас начнем делать расклад. Будем делать его сегодня на двух колодах. Меня долго не было, извиняюсь, тут у меня ремонтные работы. И у меня тут ремонтники были. Тут рядом в квартире тоже все время перфоратор. Очень сложно было найти время, чтобы снять видео. И сегодня мы вот этот расклад рассмотрим. Любит ли он меня сейчас? Вот сейчас. Вы можете со своей точки, как я говорю, со своей колокольни совершенно по-другому все воспринимать. Люди настолько разные, а мужчины вообще разные, они не такие, как мы. А вы начинаете интерпретировать мужчину под женскую психологию. Это невозможно. Они нас не понимают. Они нас понимают только, когда мы просим у них помощи, мы говорим, мы высказываемся. И нужно всегда выходить на диалог. Только диалог может дать понять, что не так. А теперь начнем. Будем смотреть с вами на Таро Ленорман, а также на цыганской колоде. 56 карт. Немецкая цыганская колода. Начнем. Это будет на двух колодах. Может, рекомендую смотреть две, потому что это не как вот два расклада. Это как общее такое, но на двух колодах. Смотрите первую и вторую колоду. Так, и начинаем. И начинаем, чтобы было видно. Чтобы было видно. Сначала мы посмотрим, какой у нас мужчина. Какой у нас мужчина? Какой у нас он сейчас, вот в ближайшее это время? Какое, что у него сейчас? Подходит, смотрим. Ставьте лайки, пишите комментарии. Это ваша оценка за мой труд. Ой, ну могу сказать, что у мужчины сейчас не все так это очень-то хорошо. У мужчины сейчас какой-то ступор с какой-то другой женщиной. Это, конечно, может быть и мать, и сестра, и тетки, там, может быть, это действительно жена или любовница, или подруга. У него ступор, там какие-то тайные отношения, и там идет ступор, как камень на шее. Ух ты, ну да, что у него сейчас? Вот видите, что у него сейчас? Он прекрасно понимает, вот смотрите, что у него сейчас, у него мысли о вас. Он прекрасно понимает, что вы не просто так вошли в его жизнь, он думает о вас. Он думает о вас, но у него какое-то такое, что, ну неужели все, уже все, все, поставлен крест. А в подсознании говорит, нет, он все, он думает о вас, вы же вышли. Потому что вы его праздник жизни. А вот сейчас у него там какие-то проблемы с этой женщиной, и что еще сейчас у него? Да, он пытается стать опять сильным мира сего. Очень хотел бы куда-то поехать и поехать к вам, даже встреча с вами или вас обнять, но у него здесь, видите, ступор стоит. Да, замедляются события, и вы даете ему толчок. Вот, понимаете, что у него сейчас? А у него сейчас неприятности с какой-то женщиной, и из-за этой женщины что еще? Ну да, хитрость, обман. Человек хочет куда-то уехать, хочет... Он стоит на перекрестке дорог, у него сейчас проблемы и в личной жизни, и, могу сказать, и в деловой где-то. Да, и он, знаете как, он человек, который не любит, видите, не любит показывать свои чувства. Но тут еще может проходить, это мы потом посмотрим, что эта женщина как-то воздействует на него. Вот это мы посмотрели, что сейчас у мужчины. Он, да, вот видите, перевернула колоду. Он сейчас заперся внутри себя, вот как в башне, заперся внутри себя и никого туда не хочет пускать, потому что у него идет такой раздрай внутренний, моральный, душевный. А он хотел бы, чтобы все было так, как раньше, он всегда на коне, а сейчас у него не такое. Что-то его приглаживает.
Вот мы посмотрели на мужчину. Сейчас я это вот так вот отодвину. И мы будем смотреть, чтобы было удобно мне. Я это все разложу, чтобы было видно. Потому что, когда снимаешь видео, тяжело сразу. Так, чтобы у нас было, как было. И вот так. А теперь будем смотреть. Это у нас наш мужчина. Видно будет, не видно, не могу сказать. Но те карты, которые мы раскладываем, будут видно. И давайте смотреть, любит ли он вас. То, что он о вас думает, это 100%. То, что вы его праздник жизни, сегодняшний, вчерашний или будущий, это тоже 100%. Все мои видео благотворно влияют на вашу энергетику, на вашу жизнь, на ваше восприятие мира. Идите к свету, улыбайтесь, радуйтесь, умейте улыбаться и радоваться. Ну, давайте смотреть. Любит ли он вас? Ну, то, что он вас сексуально очень желает, да. И вот знаете, он даже любит, когда вы злитесь. Вот если вы злитесь, у него вообще аж все там, все взрывается. И в голове, и в ногах, и в чувствах. Да, очень мужчина вас желает сексуально. Очень. Да, есть какая-то другая женщина, кто-то мешает. Кто-то мешает. Но вот еще раз, тут точно так же выпало, что есть какая-то другая женщина. Возможно, с ней... И кто она будет? Общий расклад, у каждого своя ситуация. Может быть, любовница, может, подруга, может, жена, может, мать. Но здесь идет полный какой-то разрыв. Не к вам, а с этой женщиной. Или как будто вас разделили, понимаете, разорвали ваши отношения. И виновата, ключ забрала. Какая-то другая женщина. А любит ли он вас? Ну, могу сказать, что он прослеживает за вами. Он через кого-то узнает, как не любит. Вы даете ему мир. Вы даете ему вот ощущение. Он вот на данный момент, вот перебилась как, на данный момент этот мужчина понял, что вы есть мир. Что вы та женщина, которую он искал всю жизнь. Вы его изменили полностью, и сейчас у него идет изменение, трансформация, карта смерть. Изменили. Смерть – это желание начать все заново, и он действительно хотел бы. Любит ли вас? Ой, какой же мужчина! Дурачок дурачком. Вот понимаете, любит, чувства есть. Ну вот идет как дурачок, а пусть вода течет и течет, пусть течет и течет. Очень хотел бы вам написать или что-то сообщить. Но вот знаете, ведет себя он как дурачок, вот честно говорю. Мужчины очень, для мужчин это очень оскорбительно, если вы называете его дурак. Это не так, как мы воспринимаем это слово. Не говорите мужчине, что ты дурак, никогда. Восхваляйте своего мужчину. И мужчина будет ощущать себя действительно императором. Любит ли он вас? Да, здесь у многих действительно треугольник. Любит ли он вас? Да, действительно любит он вас. Он, конечно, император и любит вас. И на данный... Да, потому что вы есть сила. И он это прекрасно понимает, что вы есть сила. Какие бы сейчас отношения у вас не были, может быть, вы расстались давно, но этот человек... Не просто по вам скучает, этот человек внутренне любит вас. Просто он попал в какую-то заварушку, как мясорубку, и не может, вот как, знаете, как по быстрой горной реке, чуть и водопад, и он никак не может выбраться. Да, у него действительно в тайне, перед сном, везде он думает о вас. Если у вас расстояние, он так хочет, чтобы вы увиделись. Спешит к вам. Причем тут любит, не любит. Любит. Еще как любит. Любит ли он вас? Теперь посмотрим, любит ли он вас. Какие чувства у него на самом деле. Любит ли он вас? Но у него есть страх, это точно. Сейчас я вам покажу карты. И страсть. Понимаете, у него страх, что вы его больше не примете. Если вы разошлись или у вас разногласия. У него страх. Он
страх у него еще, потому что он понимает, что вы есть сила. Вот знаете, женщина, которая излучает энергию, не амеба под конем, а действительно львица такая. Понимаете, я их не... Нет, вот, и любовь. Вы говорите, не любит. Любит. Просто, может, не так высказывается. Иногда мы говорим плохие слова друг другу, оскорбляем, а на самом деле любим, и потом не понимаем, зачем мы так поступили, что натворили. Давайте еще посмотрим. Любит ли он вас? Вот чувство у него есть, любовь, страсть и страх. Понимаете, он вас боится. Что вы можете его как пиндюльнуть, так пиндюльнуть. Или как языком отшить, так отшить. И он вас боится, потому что вы его сильнее. Он император, а вы его, извините, вы его шея. Он-то голова, а как шея куда покрутит, туда и голова смотрит. И он этого боится. Любит ли он вас? Да, очень хочет с кем-то посоветоваться, как вообще с вами наладить отношения. И любит ли он вас? Он очень хотел бы, если вы в ссоре или что-то недоразумение, и даже хотел бы как бы как сначала, все такой взрыв. Не то, что любит вас, а у него все внутри горит. Карта «Золотое руно» – это взаимодействие, это исполнение всех желаний. Понимаете, вы для него как золотое руно. Посмотрите здесь вот сбоку карты. Пара, рука об руку. Любит ли он вас? Чувствует он вас? Да, он еще раз говорит, что я хочу как бы все начать сначала. Похожие расклады бывают. Да, он знает, что есть сила у вас. И еще он знает, что у вас есть такая сила, интуиция. Кто-то действительно ведьмочки, интуиция. И вы даете ему правильные советы и ответы. Любит ли он вас? Да, конечно, мужчина эгоистичный, но мужчина, который говорит, я ради тебя любого зверя забью. Понимаете, что такое? Мужчина любит. И еще он говорит, да, он боится. Он боится, боится и вас, боится каких-то других обстоятельств. Карта, видите, какая? И у него, он говорит, я сейчас разберусь со своими врагами. Враги, недоброжелатели, может, какие-то женщины, которые ему мешали. А потом я обязательно, не то что любит, тут любовь и корысть в одном флаконе. Не надо говорить, что корысть это плохо. Корысть это не всегда плохо. Потому что здесь идет, что Парис бежит с Еленой точно так же. У него в мыслях и в чувствах схватить вас и бежать. Но он вас боится. Вы можете... Так, тут любовь. Вот что мне не говорите, тут человек любит, любит по-настоящему. Единственное, что могу сказать, что трусливый или на него воздействие какое-то есть, и он как вот затуманенной головой, видите, что у него происходит, у него с той женщиной что-то не в порядке, как ступор, как камень на шее, какие-то обязательства, и он пока их не может разрешить, а хотя он говорит, да, разрешу. Любит ли он вас? Любит. Любит ли он вас? Да, очень хотел бы написать и прибежать. Любит. Вестник. Движение. Любит ли он вас? Да, тяжело, но действительно боится принять какое-то решение или боится вашего отказа. Любит ли он вас? Ох, тут мечи пошли, да. Да, он боится, что вы скажете нет, это для него будет как бесчестие. Любит ли он вас? Естественно, две карты из разных колод говорят о том, что да, любит. И хотел бы даже, если вы детородного возраста, чтобы у вас были дети. Карта Солнца. Вот на этом закончим расклад. Каждый, как ему поступать, поступит сам. Но знаете, этот человек, которого вы загадали по этой колоде, любит вас. И тут не просто чувство, тут понятие какого-то, вот что-то тут, какое-то понятие. Он по-другому стал вас, извините, дернула камеру. Он по-другому вас стал воспринимать. Вы для него стали то, чего он ждал
очень многие годы. А теперь ему надо и вам решать, как быть вместе и ближе. Какой мужчина, мы это рассмотрели, пусть эти карты так и лежат, просто мне, чтобы было удобно смотреть. Что у нас тут было, я помню, да. Пусть эти карты лежат. И теперь мы смотрим по второй колоде. По второй колоде колода цыганские карты. Немецкие цыганские карты, 56 листов. Очень интересный оракул. Давайте теперь будем смотреть, любит ли он вас, любит ли он вас. Ну, вы даете ему радость жизни. Давали или даете радость жизни. Любит ли он вас? Сейчас мы вот так вот поставим. Первая карта выпала — радость. Пусть она стоит. Ой, ветер дует. Не стоит та карта, ветер дует. Ветер дует. Так мы сделаем. Вот так видно. Радость. Карта радости. Просто здесь у меня кондиционер и не стоит. Любит ли он вас? Ну, раз падает, значит падает. Пусть будет так. Любит ли он вас? Любит он вас. Знаете, я могу сказать, что этот человек, да, как я говорю, он скрывает свои чувства, он в маске. Он в маске. Не могу показать лицо. Знаете, он себя ощущает на данный момент одиноким. Он верит в вашу верность. И действительно, любит ли он вас? Да. Вы вот выпали, вы в его сердце. Единственное, что человек ходит в маске и не хочет показать свои истинные чувства. Ой, господи, задеваю за камеру, извиняюсь. Любит ли он вас? Любит. Любит ли он вас? Мы видим, что вы приносите ему радость. Вот по этому раскладу радость. Да, человек просто не хочет сказать правду. Знаете, как мужчины, они боятся сказать эту правду. Я люблю тебя. Понять, что да, эта женщина для меня что-то. Они же, ну как же, я царь. Я хозяин Чукотки, хозяин тайги. Как это я скажу о своих чувствах? Я вот такой. Он очень хочет вам действительно написать, что-то сообщить. И он считает, что это он должен сам как-то это все решить и разрешить. Еще он боится, вот оно тут выходит, магических воздействий. Почему-то он предполагает, что какие-то магические воздействия или психологические, или гипнотические на него будут воздействовать. Вот здесь по второй колоде, да, идет отдаление между вами, и он тоже проявляет какую-то стойкость, и вы проявляете стойкость. Вы знаете, два барана утром рано повстречались на мосту. И на самом деле это неправильное решение, потому что вы, и он, и вы проиграли тогда эту битву. Потому что это идет потеря. Если вы будете дальше друг друга отдаляться, это потеря, нужно делать какие-то шаги. Любит ли он вас? Ну, я еще раз говорю, тогда сказала, что вот здесь, что человек как в башне. Да, человек закрытый, это точно закрытый, потому что он в маске. Да, человек, могу сказать, что мужчина и манипулятор. То так, то сяк, то так, то сяк. Но он по-другому не может, потому что он эгоистичный. Он привык, что он на первом месте. Любит ли он вас? Да, у человека... Человека очень интересуют материальные блага, это ему очень важно. И любит ли он вас? Да. Потому что вы блистаете, как золото, как солнце. И у него энергия любви действительно начала, как бы, энергия денег. А не то, что раньше он бегал по всем подворотням и в чужие огороды. Сейчас он стал задумываться, молиться богам, у как бы мне что-то все перевернуть, потому что вы в центре, вы женщина, его женщина. А вы отдаляетесь. Он знает, что вы очень верная. Любит ли он вас?
У кого-то может быть действительно брак или отношения, тут действительно любовь, карта любовь. И еще раз говорю, здесь действительно чувство есть, человек очень сложный, очень сложный. Вот знаете, закрывается в свои башни, в свои костелы, куда-то закрывается, и ничего из него не выбьешь. А в чувство, вот понимаете, как будто ему надо взять его, открыть ему двери и пинком подпинючить. Хотя он сейчас понимает, что можно двери открыть в ваше сердце. Он огорчен очень многим, он очень многое передумал. Через многих прошел. И через нескольких женщин, и там еще как войско, понимаете? И вот теперь понял, что, боже, а что же так? Это та женщина, которую я всю жизнь искал. Чего же я натворил-то? Зачем я это делал? Любит? Ну, конечно, любит. У кого-то, я говорю, может быть, вот брак. А кому-то действительно мужчина так любит, что он желает быть с вами. Очень хотел бы быть с вами. Тут про чувства, любит, любит и хотел бы, чтобы как-то вместе было. Да, мешают какие-то обстоятельства. Сейчас посмотрим, что ему мешает приближаться к вам. Страх, да, маска, показать свою истину. Ну, могу сказать, что мы спросили, что мешает ему. Да, в общем-то, по сути, ничего. Он так считает, что ему мешает, то ли материальных благ не хватает, то ли силы не хватает. Исполнение желаний. Ему только страхи мешают, да. Хотя он внутренне верит, что можно все начать сначала, и выходит так же, как по первой колоде, у него страх. У него страх, что вы сильнее его можете воздействовать на него. Давайте посмотрим. Ну, любит ли он, не любит, а давайте здесь посмотрим на этой колоде. А будет ли он дальше действовать? То, что любит, это любит, а действовать-то будет? Ну, по этой карте можно сказать, что да. И он действительно понимает, что вы его половинка, независимо ни от чего. Что вы его амулет-талисман, вы его виноградная гроздь и лоза. Вы его букет. Будет ли он действовать? Ну, вот так же здесь выходит, что действовать надо вместе. И вместе тогда идти. Будет ли он действовать? Мысли, чувства есть. И действительно, ему нужен кто-то, кто бы ему, может быть, кто-то из старших, может, еще кто-то ему подсказал бы, а как надо? Как надо начать все сначала и опять взяться за руки. Да, он собирается действовать, ему нужно время, чтобы это осознать. Вот такой у нас был второй расклад. Ставьте лайки, пишите комментарии. И еще раз говорю, заходите в Яндекс.Эфир, находите. Прям большими буквами, где вверху будет найти, прям вбивайте большими буквами «Вивиена, эзотерика и жизнь». И выйдет мой канал. Смотрите там видео, поддержите, пожалуйста, в Яндекс.Эфире мой канал. А я вам желаю радости, любви, счастья. Не обвинять никого в том, что случается в вашей жизни. Потому что все, что с нами случается, и мы тоже к этому имеем действие. И если даже происходят встречи, потом разлуки, и это больно, ангелы лучше нас знают. Как нам действительно лучше. Улыбнитесь миру, посмотрите на мир. Если идет дождь, представьте, что этот дождь смывает всю гадость, все, что было у вас нехорошее и плохое. И вместе со мной улыбайтесь и будьте счастливы. Пока-пока, с вами была Вивьена, до новых встреч!